Вестник Северодвинска о спорте. Сразу в двух спортивных залах города стартовало первенство по волейболу среди ветеранских мужских команд. Самый упорный матч выдали дружины «Малавто» и «Севмаш-1». Спонсор рубрики – магазин «Спорттовары». Встречай зиму вместе с магазином «Спорттовары» и будь ближе к спорту. Зимний ассортимент уже в продаже. Санки, лыжи, коньки, термобелье и многое другое. Лыжные ботинки от 899 рублей. Коньки от 999 рублей. Палки для скандинавской ходьбы всего за 699 рублей. «Спорттовары» – подари семье здоровье. Ломоносова, 78. В первенстве города среди ветеранов принимают участие 6 волейбольных команд: «Севмаш-1» и «2», «Энергия», «Малавто», «Олимпия» и «Авторитет». Самым боевым получился матч между первым «Севмашем» и дружиной «Малавто». По ходу первого сета соперники играли на равных, но концовку выиграли «Севмашевцы» 25-19. Во второй партии градус игры накалился до предела. Несмотря на статус ветеранов, волейболисты обеих команд не желали проигрывать и отдавали все силы борьбе. До середины сета счет был ничейным, но дружина «Малавто» дрогнула в концовке и проиграла партию 25-21, а с ней матч. Я скажу, мы сейчас готовимся к Вельску. Там будут областные соревнования, первенство ветеранов. И поэтому мы сейчас, этот турнир нам поможет набрать форму и замечательно чувствую себя на площадке. Ну, не хватило, как бы, немножко везения, наверное, не хватило больше всего, потому что играли вроде как команда хорошо, тем более «Севмаш» у нас чемпион среди ветеранов. Я думаю, что мы сыграли достойно. Ровный счет был почти 25-22, нормальный счет. Так что считаю, что сыграли команда хорошо. Ну, победили все-таки те, кто играет лучше. В оставшихся матчах «Олимпия» переиграла «Авторитет» 25-15, 25-19, а дружина «Энергия» уступила 15-25, 14-25 второй команде «Севмаш». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.